Итак, всем привет! Меня зовут Ника Русанова, я художник-иллюстратор, мой ник в инстаграм Бирюза Лайф. И сегодня мне посчастливилось быть обозревателем августовской коробочки Doodle and Sketch Marker Box. Скажу честно, я не первый раз сталкиваюсь с этими замечательными коробочками, и каждый раз это очень интересно, захватывающе, ведь внутри настоящие сюрпризы и подарки. Еще содержимое этой коробочки обойдется вам дешевле, чем если бы вы покупали все материалы по отдельности в розничном магазине. Это тоже очень здорово. Ну что ж, мне уже не терпится посмотреть, что в этой моей коробочке с маркерами. Давайте же вместе ее скорее откроем и посмотрим. Ну что ж, приступим к распаковочке нашей коробочки. Вот так она выглядит, так она приходит к вам с красивыми завязочками. Давайте скорее посмотрим, что там внутри. та да 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 О, красота, визиточка. Дудлан скетч письмо, получите и распишитесь. Ура, вы только что стали обладателем волшебной коробочки Doodle and Sketchbox. Классно, спасибо, желают нам творческих успехов. Здесь также рассказывается, как получить уроки по видео, видеоуроки по подписке. Радость кота в виде шуршащих штучек. Вот это да, вот оно, Мое богатство, красота. Смотрите, во-первых, энергетические батончики, заботиться о нас. Кофе с шоколадом и яблоко с корицей. Прекрасно. Это всегда не может не радовать такие приятные мелочи. Влажные салфетки тоже всегда пригодятся художнику, особенно на планере. В общем, отлично, здорово. Спасибо вам. Здесь есть... Линер Touch 005. Это тонкий линер, он всегда пригодится для прорисовки мелких деталей. Тонкие линеры всегда нужны. И толстые нужны, и тонкие нужны, так что отлично. Все пойдет в дело. Также белая гелевая ручка Jelly Roll. Она подходит для расстановки бликов. Тоже мы ее с вами используем. 0,8 у нее толщина. Стандартная толщина ручки. Самое интересное, переходим к маркерам. О, сколько их здесь? Я вижу, что это тачи. Прекрасно, тачи очень хорошие, очень качественная продукция. Есть также два маркера: AD маркер, ультрамарин и умбра. Вот что это за маркеры? Не знаю, пока такими не пользовалась. Попробуем, посмотрим, что это такое. Так, также здесь я вижу тачи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать маркеров тач. А, значит, смотрите, это маркеры тач. С одной стороны у них долото, с другой стороны пуля. То есть это не с кистью, это с пулей. Но я кистью практически, например, никогда не пользуюсь. То есть я рисую в основном долото, поэтому мне эти маркеры очень подходят. Самое главное, смотрите, они в упаковке все то есть гарантированно никто ими не пользовался до меня значит сейчас посмотрим какие тут цвета мне попались в коробочке цвета в ваших коробочках могут немного отличаться но это не помешает вам как-то выполнить видео по уроку по моему потому что цвета если отличаются то незначительно так смотрим серые так серые. Желтые, розовый, зеленый, еще один болотно-зеленый, лавандовый, красный-карминовый, светло-зеленый и фиолетовый. Вот такой у меня набор маркеров. Классно. Скоро сделаем выгрузку и подумаем, что с ними можно нарисовать интересненького. Так, здесь еще. Вот такой информационный буклет. Рассказывается о том, что такое Dudavon Sketch. Классно. И смотрите, что я вижу. Dudavon Sketch Marker Paper. Бумага для маркеров 200 грамм на квадратный метр, 24 листа. А, тоже могу сказать, что бумага эта я уже пользовалась, и она мне на самом деле очень нравится. Вот. Вот такая бумага идет, Дудлан Скетч, фирменная, она гладкая, абсолютно белоснежная. 200 грамм на квадратный метр это хорошая плотность для маркеров. То есть если вы хотите нарисовать, например, кому-то открытку а, или картину, я, например, у меня все, что я рисовала на бумаге Дудлан Скетч, висит на стенах как картины. Вот, То есть бумага очень даже хорошо. 24 листа вот есть, где развернуться. И, конечно, конечно же, видите, наклеечки. I love art, творчество, э, веселый лягушонок, творческие идеи, я творческая личность, я художник, я так вижу. Скетчбук классный, это всегда приятно, наклеечки, это здорово. Итак, наклеечки, бумага для маркеров, 11 маркеров Touch я обожаю новые маркеры, я просто счастлива. Два еще маркера, Эди маркер, линер белая гелевая ручка, салфетки и вкусняшки и, конечно же, информационное письмо. Что еще нужно для того, чтобы отлично порисовать, друзья? Сейчас сделаю выкраску маркеров, да, обязательно посмотрим, какие цвета, как это выглядит на бумаге. Итак, ну что ж, я распаковала свои материалы и теперь предлагаю опробовать их и обязательно сделать выкраску. Выкраску нужно делать обязательно новыми маркерами на новых материалах, на новой поверхности ну, по нескольким причинам. Во-первых, цвет колпачка не всегда полностью соответствует цвету чернил. И это мы увидим, когда сделаем выкраску на той бумаге, на которой мы планируем рисовать. Потому что из-за особенностей каждой бумаги один и тот же цвет могут, может немного отличаться на ней. Поэтому выкраску делаем обязательно. Начнем с линера. Это линер-тач. Видите, какие тонкие он полосочки оставляет не смазывается, видите, я сразу провожу по нему, могу пальцем проводить, и полоска это не смажется, это очень важное качество для линеров. Прекрасно, отличный линер. Тачи вообще очень хорошие производители материалов. Ну что ж, выкрасим наши маркеры. Я начну с зеленого. Я их распаковала. Смотрите, какие они красивые, новенькие, блестящие. Это тач Twin Marker. С одной стороны, у него вот такое долото. О, какой сочный цвет. С другой стороны, у этого маркера пуля. Она нам может помочь в каких-то проработке мелких деталей. Итак, это ярко-зеленый цвет у нас получается G, Y2, 6 Вот. Возьмем а, следующий зеленый цвет, он более темный. То же самое, здесь также имеется пуля и долото. Это цвет JY47. Три зеленых намекают на то, что надо рисовать листву, мне кажется. И классный-классный болотный зеленый, совсем темно-зеленый. Отличный цвет, на самом деле, он мне очень нравится. Этим цветом а, будет отлично рисовать в тени деревья, зелень листвы, дерево в тени. Этот цвет у нас, смотрите, JY231. Вот он. Так, три зеленых цвета, отлично. Переступим, приступим к фиолетовым. Это есть у нас такой светло-светло-фиолетовый цвет. Ой, какой красивый, невероятно. А, называется он лаванда. Pale Lavender. Его буквенное обозначение P-145. Очень красивый, нежный цвет. Более темный лавандовый также присутствует. О, тоже классный. Цвет черники. Очень. Мне напоминает. Смотрите, какая красота. Отличный оттенок P83. Лаванда. Чистая лаванда. Угу. И есть еще более темный у нас лавандовый оттенок. Сиреневый такой насыщенный класс. P281. Называется Виолет. Вот он. Виолет, как есть, во всей красе. Так. Еще у нас есть интересный такой пинк цвет. О, вообще отличный. Очень нежный. Мне нравится. Его обозначение R8. Он относится у нас к разряду красных. Также есть карминовый красный. Очень активный тоже цвет R11. R11. И смотрите, два серых маркера. Cool Gray 2. Хороший серый цвет. Обозначается он вот таким образом. CG2. CG2. И есть более темный серый маркер. Cool Grey 6. CG6, соответственно. Серые маркеры нам обязательно с вами нужны для всего, для оттенков, для теней, для того, чтобы придать глубину нашему рисунку. И попробуем вот эти AD маркеры. Вот есть такой активный синий. Очень активный синий. Ультрамарин. Вот он. И есть еще коричневый. Вот коричневый интересный цвет. Это у нас получается умбра. Ну что ж, можно проверить, как маркеры смешиваются друг с другом и делают переходики. Мы берем самый светлый зеленый цвет. GY236. И начинаем вводить в него потихонечку более темный. Вот таким образом вводим. Потом берем более светлый и границу растягиваем с вами. Так. И попробуем ввести сюда еще более темно-зеленый цвет JY231. Так. И границу между ним растягиваем уже предыдущим. JY47. Благодаря тому, что бумага вот имеет такие свойства, предназначена именно для маркеров, видите, вот эта граница перехода становится плавненькой. И если мы над ней много поработаем, мы ее с вами можем вытянуть вообще в один практически тон. Вот. Отлично смешиваются цвета на этой бумаге. Мне все нравится. Какой красивый, интересный тон можно получить да, всего тремя маркерами. Угу. Вот она уже с вами наша тоновая последовательность. Например, зеленого мы с вами задали. Давайте попробуем проверить, насколько на этой бумаге Маркеры вытекают за границу линера. Насколько они растекаются? Возьмем какой-нибудь для этого активный красный цвет. Вот этот я взяла Touch R11. И теперь нам надо аккуратненько, максимально, вот насколько мы сможем аккуратно, закрасить в границах этого квадратика. Я закрашиваю, как вы видите, золото. И можно совершенно спокойно делать. Какие-то такие а, и тонкие вещи, и широкие заливки. На самом деле, Потому, что если вы повернете до то вот так, видите, какая тонкая у него линия получается. А, я вижу, что я вышла сама, видите, вот здесь немного за границы Кстати, для этого, для того, чтобы в нашем рисунке с вами убрать такие небольшие помарочки, нам вполне с вами подойдет гелевая ручка. Вы можете просто взять и вот так аккуратненько заштриховать ненужные места. И квадратик у нас становится уже абсолютно ровным. То есть гелевая ручка, видите, она обладает кроющей такой способностью. Она перекрывает цвет маркера, угу. и может спокойно на нем оставить белые блики, что нам также с вами пригодится в рисовании. Так, ну что ж, вот такая у меня получилась выкраска. В принципе, все понятно. Понятно, какие у нас имеются цвета. Вот уже руки испачканы. Как раз пригодятся сейчас мне салфетки. И давайте уже приступим к рисованию. Ну что ж, друзья, давайте приступим к рисованию. Я еще раз выкрасила здесь палитру. В первый раз у меня где-то потерялся вот этот желтый Y34. Теперь он нашелся. Вся палитра, которую я буду использовать, у меня выкрашена. И я посмотрела на нее и подумала, здесь много лавандовых оттенков, хорошо бы нарисовать лаванду. Вот такой я набросала эскиз без линера, просто быстро за 10 минут раскидала по цветам. Тоже вам рекомендую, если у вас есть такая возможность, сделать небольшой предварительный эскиз своей работы. Вы будете тогда понимать уже более четко, как у вас читаются друг с другом цвета насколько гармонично смотрится ваша работа. Ну и уже сейчас тогда мы приступим к основной <coughs> работе. Будем более детально все прорисовывать, более четко, используя линер. Уже не такая наброс, не, не такой набросок уже будет, а уже более иллюстрация.